убивают людей каждый день почти. Спецназовцы, которые вот стреляли в людей. У нас забрали паспорта. Пящего убили без всякого предупреждения. Среди них вот 18-летняя девочка, которая потеряла глаз. Hi, hi, kære danske venner. Abonner på den her kanal, så vil I gøre en god sag. Итак, мы наконец-то доехали до Грузии. Сейчас, буквально часа полтора назад, у нас забрали паспорта в Грузии уже. Проверили их, очень долго проверяли почему-то, поставили штампики, отдали обратно. И сейчас, совсем скоро, мы уже рванем. Поезд очень сильно опаздывает. Итак, мы просрали ровно 2 часа, и нам остается меньше гулять по Тбилиси. Вот такая вот карточка стоит 2 лари, ее можно купить вот в таких кассах. А проезд стоит 50 тетри. Ребята, вот центр Тбилиси, угадайте, кто это на стеле. Салам, дустан азиз, бейн канал, чиз конин, субскрайб конин, мерси. Салат из баклажанов 150 грамм, картошечка, тефтели, все это вышло 8 лари, это примерно 170 рублей. 170 рублей, это достаточно дешево, но, скорее всего, я еще возьму какой-нибудь пирожочек, дружочек. Очень дешевая выпечка здесь и очень дешевый кофе. Вот такой вот пирожок с мясом стоит 2,20 лари, а вот такой кофе капучино стоит всего 1 лари, это 22 рубля. Тамада, тостмастер. То есть тамада — это тостмастер по-английски, ребятки. Никто не знал, а теперь мы все разобрались, кто же это. Фуникулер стоит 2,5 лари в одну сторону, то есть 5 лари туда-обратно. Вверху можно будет прогуляться. Здесь работают карточки метро, транспортные карточки. Их можно заправить в любом терминале, в любом метро. Thank you.
Это виноградный сок и крахмал, да? Нет, крахмал не, мука. Мука, а. Друзья, хочу поделиться с вами впечатлениями от Тбилиси. Для начала расскажу все о еде. Еда здесь достаточно недорогая, если переводить на рубли, то это примерно 250-300 рублей за один обед или ужин. В долларах это примерно будет 5 долларов, 4-5 долларов буквально. То есть еда здесь достаточно дешевая. В центре еда будет дороже, наверное, раза в 2. То есть там можно покушать за 10-12 долларов. Что касается транспорта, то здесь очень удобно перемещаться на метро. Метро очень простое, состоит из двух веток, стоит копейки, всего лишь 50 тетри. Это на наши 11 рублей. Мы как раз попали на городской праздник, который называется Тбилисоба, День города. Здесь были повсюду концерты, ярмарки, выставки и все и прочее. Очень много иностранцев именно из Европы. За день можно пройти все достопримечательности, которые находятся в центре города. То есть, если, например, вы в 10 утра вышли, то к 8 вечера вы всех их обойдете и еще успеете два раза покушать. Все находится рядом. Цены достаточно низкие, экскурсии тоже недорогие, не обязательно покупать экскурсии через интернет, можно купить их у экскурсоводов, гидов прямо на улице, они будут стоить процентов на 25 дешевле. Можно поехать в Мцхету, на Казбек и другие достопримечательности, которые находятся неподалеку от Тбилиси. Люди здесь достаточно дружелюбные, они готовы всегда помочь, ответят, расскажут, что как по-русски здесь говорят, наверное, половина населения говорит по-русски, молодежь уже слабо разговаривает по-русски, потому что у них в школах преподают грузинский язык, но они очень хорошо знают английский, поэтому если вы владеете английским, то вы сможете с ними общаться. А, привет. Достаточно большая часть молодежи хочет отсюда уехать, потому что считают, что здесь есть криминал. Вот, много криминала и беспредел. Возле здания правительства в Грузии вот такие вот палатки расположены. Давайте почитаем, что здесь. А
вы можете рассказать, что здесь происходит? Почему палатки возле здания правительства Грузии? Здесь идет общенародный протест против правительства. Почему недовольны люди? Ну, много причин есть. Правительство вообще не слушает нужды народа. Вместо того, чтобы помочь народу и исполнять законы, которые приняты государством, они наоборот нарушают каждым днем. Вот убивают людей каждый день почти. Вот в столице, например. И никто не расследует это дело. Все это скрывают. А есть такие убийства, которые чисто политические убийства, понимаете? Вот, например, у этого человека убили одного единственного сына, спецназовцы. Ворвались в его дом и прямо в своем собственном кровати ночью спящего убили, без всякого предупреждения. Сперва убили, а потом обвинили, как будто он был террористом, понимаете? И все правительство объединилось и скрывает это дело, потому что это цепная реакция. Если хоть одного задержат, да, тогда все правительство идет в тюрьму, понимаете? И все это скрывают. Еще есть такие случаи, что, например, вот здесь прямо в кресле председателя парламента посадили депутата Госдумы Гаврилова, некого. И вот народ возмутился за это, конечно, это законно было. И мирных манифестантов вот прямо здесь расстрелили. В каком году это было? Вот. Расстреляли прямо году, здесь, на площади? 20 июня, да. А потом, вместо того, чтобы наказать, кто отдал приказ о расстреле этих манифестантов, его дали премьерство, понимаете? Тогда он был министром внутренних дел, а сейчас уже премьер-министр. Очень накопилось таких проблем, и народ очень возмущается. Вот одного священника задержали, который расследовал дело. Понимаете, там выявились очень много коррупционных дел. И вот после этого, как он расследовал все это и поставил заключение, задержали его. Тоже фальшивым обвинением, как будто он хотел отравить патриарха нашего. Никак не могут доказать. Ни фактов, ничего нет вообще. Неформальный правитель Иванишвили, олигарх, который неофициально правит государством. У него никакой официальной должности нет. Но он правит государством, понимаете? У него очень много денег, все покупает. Все государственные институты он купил. И остается только сила народа, что препятствовал всему этому. И вот народ стоит на нашей стороне, а мы всячески постараемся добиться только мирным законным путем убраться этого правительства. Это сегодняшний завтрак в Тбилиси. Плов, салат и горячий шоколад. Все вместе обошлось в 13 лари 20 тетри. Достаточно дешево. Кофе вообще здесь недорогой. То есть получается, вот этот горячий шоколад стоил 2 лари. Это 40 рублей всего лишь. Это очень здорово. Сейчас мы отправляемся на экскурсию Мцхета. Собрались мы возле метро Авлабари. Нас всего двое, экскурсия стоит 14 евро на человека. У нас получается индивидуальная экскурсия на двоих сейчас будет. Ну, отлично. А потом уже им этого не хватило, и они вот взяли, перешли, вот, если вы знаете, вот на медведя, что охотится, картечь, такая пуля есть. Да, да. И точно такая, только пластиковая. И по ним уже стреляли людей. И вот одна из журналисток серьезно пострадала. Ну, пострадавших очень много было. Ну, вот самая такая молодая среди них, вот 18-летняя девочка, которая потеряла глаз. И еще мимо того, еще двое потеряли. Членов, участники, которые вот выступали на митинге, вот около 20 человек до сих пор за нарушение законов и влепили, как будто они собирались захватить здание парламента и вот посадили. А
спецназовцы, которые вот стреляли в людей, для них это посчитали, что они в норме закона действовали. Даже многие вот считают, что вот грузинское правительство под влиянием России действует. Было такое телевидение «Руставы 2», его как-то вот прибрал власть к рукам, ну, вместо него новое появилось сейчас, так называемое «главное». В основном они вот как раз вот оппозиционное телевидение, которое вот передает все то, что скрывает государство. В Грузии собак бродячих не убивают, их прививают, вешают им на ухо. Специальная метка на ушах, вот, и их отпускают на улицу. То есть собак здесь не убивают бродячих. Билет из Тбилиси в Ереван стоит 30 лари, но так как вечером автобусы сейчас ходят мало, приходится сейчас ехать на такси, которое обойдется нам в 50 лари на человека. Вот сейчас выезжаем в Ереван.